сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков. Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, 23 и Марютка. 119 и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка меж змеиных саксауловых петель. Когда доложили Исаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво, что, мол, коней морить не треба, сами в песке подохнут. А малиновый Евсюков с 23 и Марюткой увертливым махом убегали в зернь пески бесконечные. Почему малиновый Евсюков? Все по порядку. Когда заткнул колчак ощеренным винтовками человечьим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы ржаветь в глухих тупиках, не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож. А время пришло грохотное, смутное, кожаное. Брошенному из милого уюта домовых стен в жар или дынь, в дождь и ведра, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка. Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки. Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет. И не стало в Туркестане такой краски. Пришлось Ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков. Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи. И заполыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги, малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми. Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые. Лицо у Евсюкова тоже малиновое. Если добавить, что рост у Евсюков малого, сложение сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и в штанах похож две капли воды на пасхальное крашенное яйцо. Но в Пасху и Христа Евсюков не верит. Верует в совет, в интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах. 23, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы, как красноармейцы, самые обыкновенные люди. А особое между ними – Марютка. Круглая рыбачья сирота Марютка из рыбачьего поселка, что в волжской распухшей камыш травой широководной дельте под Астраханью. С 7-летнего возраста 12 годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха. А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы. Сперва выгнали. После, видя неотступно ходящий каждый день, погоготали
и приняли красногвардейкой на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом. Марютка, тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шальные, косо прорезанные желтым кошачьим огнем. Главное в жизни Марюткиной – мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где не попадется, выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи. Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги. Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись «Стих Марии Басовой». Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях. Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке с кавалерийским карабином. Удивленно брали стихи, обещали прочитать. Спокойно оглядев всех, Марютка уходила. Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать. Рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи. Сотрудники катались по подоконникам. Мебели в редакции в те времена не было. Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря, немигающими зрачками, собирала листки. Стихи Марютки не удавались. Но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в Евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при Малиновом комиссаре. Марютка, гляди, офицер. Угу. 39-й, рыбья холера. 40-й, рыбья холера. Рыбья холера – любимое словцо у Марютки. А грубых слов она не любила. Когда ругались при ней, супила, смолчала и краснела. Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью. Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя. Такими были ушедшие на север в беспросветную зернь мерзлых песков 23, Малиновый Евсюков и Марютка. Пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах. Хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды. От колодцев Джангельды до колодцев Сойкудук 70 верст, оттуда до родника Ушкан еще 62. Здесь, у колодцев, и расположился отряд на ночлег.
разожглись Саксауловый лом, тесно сгрудились у огня, молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке. Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться? На Хиву разве? Сказанул. 600 верст без малого по каракумам зимой. А жрать что будешь? Шеи разве в портах разведешь на кавардаш? Каюк. Ты, мокрица, панику не разводь. Подыхать каждый дурень может. А нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть. На Хфорт Александровский можно податься. Там свой брат, рыбаки. Не годится. А чё? Было донесение. И Красноводский, и Александровский у Беляков. Эх ты, холера. Баста. Один путь, товарищи, наорал. Одорал, что шамать-то будем? Штаны подтянуть придется. Невелики князья. Эх ты. Мой приказ на заре в путь. Может, не все дойдем, а идти нужно. Потому, товарищи, революции ведь за трудящихся всего мира. Костер дотлевал, еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья. Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой. Стой, стой, не ершись. Ты что? Вставай, товарищ комиссар, только без шуму. Пока вы дрыхли, я на верблюде прокаталась. Караван киргизский идет, джангель льдов. Какой караван? Что врешь? Да ей-пра! Провалится мне рыбья холера. Верблюдов 40. В какой стороне караван, говоришь? Да недально, верстов 6. Богатый караван, вьюков на верблюдах. Во! Ну, живем. Только не упустить. Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрея, разогреваясь от быстрого хода. Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы. Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана. Заорал трубным голосом. Стой! Если ружье есть, клади на землю! Ребята, забирай верблюдов. Ложись! Дуй их, дьяволов! Марютка, гляди, офицер. Вижу. 41-й. Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега. Из-за верблюда в белом башлыке и синем тулупчике поднялся человек и поднял высоко винтовку. На штыке болтался наколотый белый платок. Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу. Рыбья холера. Не трожь, забирай живьем. Кто такой есть? Гвардии поручик, говоруха отрок. А ты кто такой? Офицер поднял голову, и когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки. 41-м должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик говоруха-отрок. Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка. И остался поручик
в мире лишней цифрой на счету живых душ. По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его на спине нашли потайной кармашек. Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался. Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха-отрок Вадим Николаевич уполномочен правительством Верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при закаспийском правительстве генерала Деникина. Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко. Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов. И я, командующий комиссар Арсентий Евсюков. Мсье Евсюков, очень рад познакомиться. К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью. Ты, моль белая, не дури. Или выкладай, или пулю слопаешь. Балда ты, хоть и комиссар. Убьешь, вовсе ничего не слопаешь. Я тебя ГПК плясать заставлю, черт тебя возьми. Ты у меня запоешь. Ну как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? Ишь, улыбается, а? Не, не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе все дознания снимут. Во, Марютка, припоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь, 7 шкур с тебя сдеру. А ну-ка, поди сюда. Поди сюда, тебе говорят. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На 300 шагов набегу сниму, понял? Раз промахала, в другой не надейся. Рыбья холера. В этот день заночевали на берегу маленького озерка. Из-подо льда прелью и йодом воняла соленая вода. Спали здорово. 1 часовой не спит. Сидит на краю кошмы. На коленях винтовка неразлучница. Ближе жены и зазнобушки. Смотрит в белесую снеговую темь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики. Рвет, заливается посвистами ветер. Рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой. Поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами. Оттеплевает застывшее тело. Верблюды где? Верблюды матери твоей, черт! Анафема рябая! Спать! Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу! Столпясь молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках. Расстрелять тебя, сукина сына, мало. Дисциплиночка у вас, олухи царя небесного. Молчи хоть ты, гнида. Ну что ж стоять? Пошли, братцы! Только 11 гуськом в отрепьях, шатаясь в перевалку, карабкаются по барханам. Идут, спотыкаясь, качаясь от ветра. Один идет прямо,
спокойно. Гвардии поручик, говоруха отрок. Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть, ставших громадными глаз. А поручику хоть бы что. Побледнел только немного. Ух ты! Рыбья холера! Двужильный ты, что ли? А? Сам щуплый, а тянешь за двух. Из чего это в тебе сила-то такая? Не поймешь. Разница культур. Ой. У тебя тело подавляет дух. Ага. А у меня дух владеет телом. Ага. Могу приказать себе не страдать. Ух ты. Вон и что. Понятно. Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их шипением змеился от ветра песок, и, казалось, никогда не будет конца им. Падали в песок, скрежеща зубами, подходил Евсюков, подымал руганью, ударами. Подымались, шли дальше. На второй день наткнулись на киргизский аул. Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой. Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки. Киргизы столпились у юрт, удивленные жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки. Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам. Ели жадно, быстро, разморенные, распаренные, уснули опять. Не спали лишь Марютка и поручик. Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке. Вытащила из сумки советный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к новому времени. Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты, следил ультрамариновыми глазами за трудными потугами карандаша. Приказал сволочи прорвать. Мы их били с пулемета. Мы их били из винтовок. Что пишешь? А тебе какая суета? Мы их били. Может, письмо надо написать? Ты продиктуй, я напишу. Ишь ты, проваряга, это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу да и в бега, да? Да нет, ну... Не на ту напал, сокол. Мы их били из оружия. Ну давай. Помощи твоей мне не требуется, не письмо пишу, а стих. Стих? Ты стихи пишешь? А чё ты взбутился, а?
Ты думаешь, тебе только под экатры плясать, а я дура мужицкая, да? Не дурее тебя. Я тебя дурой не считаю. Просто я удивляюсь. Ну, разве сейчас время для стихов? Чудак поглядеть на тебя. По-твоему, стихи в пуховике писать надо? Ежели душа у меня кипит. Ежели мечтаю, а значит, как мы голодные, холодные по пескам перли. Все выложить, чтобы у людей в грудях сперло. А ты прочла бы? Очень любопытно. Я в стихах понимаю. Да не поймешь ты. Кровь тебе барская. Склизкая кровь-то. Ну... Тебе про цветочки, да про бабу описать надо. А у меня все про бедный люд, про революцию. Да чего ж не понять-то? Может быть, они для меня чужды содержанием, но... Нет, понять человеку человека всегда можно. Ну, черт с тобой. Прослушь. Только ты не смейся. Хорошо. Нет, честное слово, не буду смеяться. Ну, тогда слушай. Тут все прописано. Тут, как мы с казаками бились, как в степу ушли, как казаки наступали, царской свитой палачи. Мы встренули их пулями, красноармейцы молодцы. Очень много тех казаков нам пришлось отступать. Евсюков геройским махом приказал сволочь прорвать. Мы их били с пулемета. Пропадать нам все одно, полегла вся наша рота. 20 в степь ушло. 20 в степь ушло. Вот. А дальше никак не лезет. Хоть ты тресни, рыбья холера. Не знаю, как верблюдов ставить. Верблюдов было... Штук. Здорово. Много экспрессии, чувства. Понимаешь, видно, что от души написано. Правда? Да. Только ты не обижайся. Стихи очень плохие. Необработанные, неумелые. Понимаешь? Я понимаю. Я же говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. Вот. А что не обделанное, так это мне везде сказывают. Точь-в-точь, как ты. Ваши стихи необработанные, печатать нельзя. Вот. А как их обделать? Трудно сказать. Вот именно. Вот и то. Что в их за хитрость? Сами-то знаете? Видишь ли, стихи – это искусство. А всякое искусство учение требует. У него свои правила, понимаешь, законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе. Так то ж мост! То ж мост! Для его арифметику надо произойти. Разные там... Инженерные хитрости. Да нет, но... Ну, а стихи-то это же... Они с люльки, у меня в середке закладины. Ну, правильно. У меня же талант к стихам. Ну, что ж, талант. Талант. Талант и развивается учением. Да? Конечно. Вот ты оказия, рыбья холера. Ну... Ну вот, воевать кончим, я обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть, поди, такие школы? Есть? Да, есть должно быть. Ага, я обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Господи, так и горит душа, чтобы натискали в книжке и подпись везде проставили. Стих Марии Басовой. Ну, чё ты? Слышь, ты... Кадет, болят чьи руки-то, а? Да нет. Нет. Нет, не очень. Не очень. Они имели только. Ой, вот что.
Ты мне поклянись, что убечь не хочешь, я тебя развяжу. Ну ты, господи, а куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали, я себе не враг. Нет, ты поклянись, говори за мной. Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права. Ну говори, клянусь бедным. Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права. Перед красноармейкой Марией Басовой. Марией Басовой. Басовой. Что убечь не хочу. Что убечь не хочу. Ну, это хорошо. Вот так. Вот. Полегчало? Ну, спи. Теперь, если убегнешь, последний подлец будешь. Вот тебе кошма. Бери, накройся. Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария. Да ладно, Филатьевна. Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта. На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что в верстах в 4 осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Комиссар отправился посмотреть. Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его, только разорвала парус и вырвала руль. Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же морем в устье Сырдарьи. Бот свободно поднимал 4 с небольшим грузом. Евсюков написал донесение, зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, который все время берег во внутреннем кармане куртки. Киргизки залатали парус. Комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок. Февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда. Спустили на вольную воду, усадили отправляемых. Будешь за старшего, Марютка. На тебе весь ответ. За кадетом гляди. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай. Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим тоже говорили. Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и 2 ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, на Казалинск морским путем. Развязала Марютка совсем поручиковые руки. Некуда бежать человеку с лодки. И сидел говоруха-отрок на шкотах. Сам себя в плен вез. А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, неведомым. Этим беспокоил Марютку. Ну что это ему хихоньки все время, а? Ну хоть бы на сласть ехал, в свой дом, а то ведь один конец-то. Допросят в штабе в переделку. Фу. Дурья голова, шалы. Ты где к воде привык-то?
Петербурге. Яхта у меня своя была. Большая. По взморью ходил. Какая яхта-то? Судно такое. Парусное. Таш. Ай. Да я яхты чай не хуже тебя знаю, между прочим. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Все белые, высокие, да ладные, словно лебеди, да? Словно лебеди. Вот так. Я не про то спрашиваю-то. Прозывалась-то как? Нелли. Ох. Это что ж за имя-то такое? Елена. Елена. А Нелли по-английски. Угу. Вода чистая синь в ней. В Каспицком зеленя, а тут поди ж ты. Да чего синий? Здорово синя. Приравнять даже трудно. Вот синя как... Ну как? Я не знаю. Мать ты моя. Зенки-то у тебя. А? Точь в точь, как синь вода. А? Мамочка ты моя. А я гляжу, что в их такое знаемое рыбья холера. Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянула ледяным холодком. С востока тянет. Марьяна бы не ударила. Ни черта. Часа два пропьем еще. Че ветер за ночевам? Так и есть. Марьяна прет. Должно скоро барсак Эльмес. Слева на пеленге должна быть. Клятое место тая барса. Эх, мать! Вон она! Правлю к берегу. Ой, Господи, дай Бог дойти. Черпай воду! Зальет! Черпай, черпай, черпака нету! Фуражками! Красноармейцы сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду. Поручик мгновение колебался, снял свою меховую финку и бросился на помощь. Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы. Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его, рванул. Старая холстина лопнула с пушечным гулом. Красноармейцы метнулись к мачте. Вихрастая, шумная, ледяная накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем. Когда выпрямился почти до бортов налитый водой бот, никого у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус. Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками. Ребята! Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддала сзади, и днище шурхнуло по песку. Ребята! Ну, снимай воду, тащи бот. Забирай мешки с жратвой, тебе говорят, тащи. Ребята!
утопли. Ну, плачем не поможешь. Идти надо. Куда пойдешь? Да не сидеть же здесь. Замерзнем. Идти надо. Ну куда пойдешь? На острову мы, вода вокруг. Я знаю, тут сарай есть. Вставай, ну. Робинзон, сопровождение пятницы. Ой. Ну вставай, пятница. Господи. Ну, давай. Никак рехнулся. Господи, боже мой, что ж я делать-то с тобой буду? Не пятница сегодня, среда. Ну вот, ничего, не обращай внимания. Это мы потом об этом потом поговорим. Вставай, ну. Ну-ка, вставай. Стой! Стой! Что ты? Не шали! Не тронь винтовки! Слово дал мне, что не убегнешь! Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед. Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом. Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок. Ничего. Ничего, Марья Филатна. Ничего, потерпи. Вот, должно быть. Должно быть, вот это-то и есть сарай. Ой, скорее бы. Ой, мама моя, сил моей нет. Ну, потерпи еще немножечко. Ой, застыла вся, прямо простыла. Ну вот, вот и пришли. Ой, какой дом. Ну-ка. Не видно. Ничего не видно. Ой, что это тут? Пахнет как-то. Да рыба воняет. Ого, точно? Точно рыба есть? Ага. По крайней мере, голодать не будем. Эх, огня бы. Оглядеться, может, какой угол от ветру найдем. Да, электричество здесь не дождешься. Да, рыбу бы зажечь надо. Вон жирная какая. Рыбу зажечь? Mm. Ты правда помешалась? Да зачем же я помешалась-то? У нас на Волге с Колей ее жгли. Чище дров горит. Первый раз слышу. Да и как зажечь-то? Вот труд у меня есть. А щипы? Щипы на распад. Ох, кавалер ты, кавалер. Видать, всю жизнь у маменьки-то под юбкой сидел. На, выворачивай пуль, а я со стенки лучин подеру. Верно. Вот так. Готово. Давай. А? Давай, давай. Бери рыбу-то. А, сейчас. Бери. Да не. Вон того. Другой, что ли? Ага. Вон того, сазана. Пожирнее. Вот это. Ну ладно, давай этого. Как горит, так. Вот не знал, так. Правда, чище дров. Жарко. Эх ты, рыбья холера. Ребята, жаль. Ни за что утопли. Да. Ух ты. Ну. Ой. Ну ладно, Марья Филатна. Вот хорошо бы платье просушить. А то простудимся, боюсь. Ну а зачем делать стало? От рыбы-то огонь жаркий, скидай да суши. Скидай. А, ну да. Вы... Чего? Просушиваете, Марья Филатна. Вы просушиваете. Я пока там подожду, а потом посушусь. Ох ты, дурень ты. Я погляжу на тебя. Дурень ты. Барское твое понятие. Ну чего страшного-то? Ну чего?
Раздевайся. Ну-ка, раздевайся, Ида. Да, давай-ка сюда. Сейчас я. О, давай, давай. О! Фу. Видишь, зубами стучишь. Ну, давай сюда повесим, что пулемет. Эх ты. Мокро мне с тобою. Чистая. Ой. Да чего ж ты белый? Рыбья холера. Не иначе, как тебя в сливках мыли. Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые глаза. Платье просохло, Марютка набросила на плечо кожушок. Ну что ж, поспать нужно. А к завтра, может, стихнет. Да. Ой, счастье будто не потоп, а? Да, да. Угу. По-тихому, может, когда-нибудь и до Сырдарьи допремся. Верно? Верно, да. А там рыбаков встретим. Ну, ты ложись-ка. А я за огнем погляжу. А как сон сморит, так я тебя сбужу, а? Ага. Так и подежурим. Вот. Спи. Навязался ты на мою голову. Болезный. Как бы не застудился. Эх ты, жизнь. Рыбья холера. Слышь? Ну, вставай, вставай. Вставай утро уже, ты последи за огнем-то. А я на берег схожу, посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где. Голова болит. Ну, это ничего, ничего. Это с дыму да с устали, это пройдет. Угу. Лепешки возьми в мешке, а усача поджарь да пошамой. Вон того усача поджарь. Понял? Ну, вставай, вставай, я пошла. Понял тебя. Взяла винтовку. Обтерла полой кожушка и вышла. Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку, прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня. Вставай! Ну, вставай, окаянный! Беда! Ну, вставай, говорю! Напасть такая, бот волнами унесло. Пропадать нам теперь с тобою. Поручик смотрел в лицо ей, молчал. Вгляделась Марютка, тихо ахнула. Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марютке на руке, несло жаром костра. Ой, застудился-таки, черт соломенный. Помрет ведь. Господи, что же я ей все кого-то скажу? Ух ты, горе-то какое. Ну что ты? Ну что? Дурень ты мой, синеглазенький. Неделю промучилась Марютка с больным. Лекарства никакого, помочь некому.
только кипятком и отходила. С трудом входили в поручикова сознание ласковые тревожные слова, которые шептала над ним Малютка. Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами. Кругом рыбные штабели, костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой. Что такое? Ой. Где? Ой, наконец-то отошел. Ух, напугал ты меня, жалостный. Где? Что, не узнал? Не узнал? Марюта я. Марюта. Ты лежи, лежи. Лежи тихонечко, не шебаршись. Да нет, а я... то еще опять захвораешь. Ты лежи, лежи, а я ухи сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Видишь, прозрачный-то какой стал. Как свечка. Ты лежи, лежи. Как же ты справлялась со мной? Да вот, справлялась. А пуще всего боялась, помрешь ты с голоду. Спасибо. Спасибо тебе, голубушка. Да не благодари, и не стоит спасибо. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Но ведь я враг. Чего было со мной возиться? Ты ж сама еле дышишь. Да где уж враг? Враг. Руки поднять не можешь, какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелилась сразу, промахнулась впервые от роду. Ну и возиться мне с тобой до скончания. Ну на, покушай. Ну-ка, ну-ка. Ужасно соленая. Прям в горле дерет. Ну что, больше не хочешь? Да, нет, я наелся. Ты вот что, ну-ка, поешь сама. Да ну ее к черту. Обрыдла она мне за неделю, колом в глотке стоит. Может, еще немножко? Не, нет. Ой. Покурить бы. Покурить? Эх, покурить бы. Ну, чего зря говорить-то. А чего ж не сказать-то? Ну, ладно, ладно. А у меня в мешке-то махра осталась. Вот так вот. Подмокла малость, так я и высушила. На-ка, держи. Ты что? Это же стихи твои. Ну и что? Да с ума ты сошла. Я не возьму. Бери, бери. Не возьму, сказал. Бери. Ну-ка, бери, черт. Не рви ты мне душу, рыбе холера. Спасибо. Я этого никогда не забуду. Да ладно. Хорошо ты, бачок-то. Ой, как здорово. А то-то. Ой, аж голова закружилась. Вот гляжу я на тебя, а понять не могу. Чего? С чего зенки у тебя такие синие, а? Не знаю. Ой, ну во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прям синь такая, аж утонуть в них можно. Не знаю. Нет, правда. С такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет. Правда, правда. Необыкновенный. Еще как тебя в плен забрали, я подумала, что это у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза. Для кого? Для баб. Опасные. Растревоживают. А тебя растревожили? Ишь, черт! А ты не спрашивай, ты лежи. Лежи, а я за водой сбегаю. Дурень мой, синеглазенький.
мартовское солнце на весну поворот. Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной, нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку. Третий день, как стал выходить поручик, сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь моря. Марютка весь остров облазила тем временем, возвратилась в последний день к закату радостная. Слышь, завтра перебираемся. Куда? Верст 8 отсюда будет. Я рыбачью хибару нашла. Правда? Да. Чистый дворец. Эх, нам бы сразу туда перебраться-то. Так кто ж знал? Вот тут и оно. А кроме всего, я находку сделала. Ух, какая находка. Закуточка там у них такая за печкой. Провизию прятали. Ну и осталась малость. Рис да муки. С полпуда. Гниловато, а есть можно. Должно осенью, как буря захватила, торопились убраться. Угу. Ну и забыли в попыхах. Теперь мы живем не тужим. Утром перебрались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила. Ничего не позволила взять поручику. К полудню добрались до хибарки. Вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь, набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня. Ох, какая да я была лёдка ловда и плыла. А теперь какая стала, вот пою и то устала. Царское житие. Да. Тепло как. Тепло. А что ж мы дальше-то делать будем, а? Да что ж делать? Ждать будем. Чего ждать-то? Весны. Уж недолго. Еще недели две. Рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить. Вот и выручат нас. Да, хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобою долго не протянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк. Рыбья холера. Что это у тебя присказка такая, рыбья холера, а? Откуда? Да, астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это чтоб не ругаться. О, да. Она что. Я ругаться не люблю. А злость мутит иной раз, ух. Вот и отвожу душу. Рыбья холера. И все тут. Ты вот мне... Говорил тут. Что? Да про сказку одну говорил. Насчет острова. Ну, с пятницы. Помнишь? Помню. Ну, чем зря-то сидеть? Расскажи. Это про Робинзона рассказать? Угу.
Страсть я жадная до сказок. Нет, забыл я наполовину. Ты ведь, ой, как давно читал-то. Давно читал, да? Давно. Ну и припомни. Припомни, вот все, что вспомнишь, то и расскажи. Ну что ж ты. Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки. Хорошо. Ну, слушай. В городе Ливерпуле жил богатый человек Робинзон Крузо. Погоди-ка. И вот что. Богатый, говоришь, да? Да, богатый. Жил, а почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится, а? Не знаю. А почему про бедного человека сказки не сложены? Чепуху не знаю. Мне как-то и в голову никогда не приходило. Знаешь, должно быть, богатые сами сказки-то писали. А вот я бы о бедном человеке написала здорово. Только вот учености у меня нету для этого. Так вот, задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать. И объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. Да. И выехал из города на большом парусном корабле. На корабле. Печка потрескивала. Он старался рассказывать со всеми подробностями. Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа. Поручик кончил. Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. Вот хорошо-то. Небось, много сказок еще знаешь, а? Много? Ну, знаю. Ты знаешь что? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай, ладно? Так вечера и скротаем. Все незаметней. Спать хочешь? Просто я ослабел после болезни. Ах ты, слабенький. Марютка подняла руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно взглянул на нее синими глазами. От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы. В 41-м должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха Отрок, а стал первым на счету девичьей радости.
выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини. От нее, от сини, светлела жизнь. Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки. Расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, Марютка забивала свой угол на нарах, жалась, ластясь к поручикову плечу. Слушала. Какая ерунда, черт побери. О чем ты, милок? Ерунда, говорю. Жизнь вся сплошная ерунда. Ой. Прожил 27 лет. И вижу, что на самом деле вовсе еще и не жил. Денег истратил кучу. Метался по всем странам в поисках какого-то идеала. А под сердцем все сосало... Смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот я и думаю, вот если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил. Как ты сказал-то? А? Какие дни-то? Самые наполненные. Не понимаешь? Ну вот такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру. Понимаешь? Какой-то отдаленной для самостоятельной борьбы частицей, а вот совершенно растворяешься в этой... земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание, мое дыхание. О! Слышь? Что? Прибой дышит. Это не он дышит. Кто? Это я дышу. Душа моя, плоть. Ой, чудной ты. Все как по ученому говоришь. Да не... Не все слова мне внятны. Знаешь, я тебе по-простому скажу. Хочешь? Скажи. Я счастлива сейчас. Вот. Разными словами, а выходит одно и то же. Да? Да. И сейчас мне, знаешь что, кажется, вот... Что? Хорошо бы никуда не уходить с этого нелепого горячего песка. Остаться здесь навсегда. Да. Вот плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостно. Ой, нет, ну его. Я бы здесь не осталась, правда. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастье своего и то показать некому. Одна, он рыба дохлая вокруг. Ой, скорее бы рыбаки на лову собирались. Поди конец марта на носу. Стысковалась я по живым людям-то. А мы? Мы разве не живые? Да живые-то живые, миленький ты мой. А как муки на неделю осталось, самая гниль. Да цинга нас заест тобой, а? Тогда ты у меня что запоешь? Да нет, ну я же не про то. А я... кроме того, ты возьми в толк-то синеглазенький.
что время-то не такое, чтоб на печке сидеть. Ну, там наши поди бьются, кровь проливают, каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое-то прохлаждаться, понимаешь ты? Не за тем же я армейскую клятву-то давала. Ты что же? Ты что, опять в солдаты хочешь? Ну, а как же? Ну, как же? Чудачка, я же... Я тебе вот что хотел сказать, Машенька. Я хотел... Понимаешь, очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи, злобищи. Не с пеленок же я солдатом-то стал. Была когда-то и у меня человеческая хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, я филологию изучал, и я жил милыми моими любимыми верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате, доверху в книгах. А вот в один роковой день это лопнуло. Помню этот день, как сейчас помню. С поезда из города приехал отец. В руке газета, взволнован. Сказал одно только слово. Но в этом была мертвая тяжесть, война. И я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда. Искренне, понимаешь? Да. Чудило. Что же, к примеру, если... Ну вот если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться, да? Да нет. Вот что-то вот мне это вот непонятное дело такое. Да, вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь, рода, долг. Ой. Мы этим дорожили. Послал бы ты прадедушку к прабабушке, и все. Не послал, война доконала. Своими руками. Живое сердце свое человеческое на всемирном гноище в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее. Как в невесту. Она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул. А меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал, верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину, за погоны свои бесчещины. Повоевал и увидел, что нет родины. Что родина такая же пустошь. Пустошь, как и революция. Обе кровушку любят, а за погоны драться не стоит. И вот тогда вспомнил настоящую, единственную человеческую родину. Мысль. Книги вспомнил. Хочу к ним уйти. Уйти к ним, зарыться. Прощение у них выпросить. С ними жить. Так-с. Значит, земля напополам трескается. Люди правду ищут. В кровях мучаются. А ты байбаком на лавке за печью будешь эти сказки читать, да? Не знаю, не знаю и знать не хочу. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? Ну ты... Довольно! Я из этого выпал. Больше не желаю пачкаться. Чистотел, белоручка. Пусть другие за твою милость в грязи покопаются, да, что ли? Да, пусть. Пусть, черт возьми. Другие, кому это нравится. Слушай, Маша. Маша, как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под сухум дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды. Покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться?
Сама жаловалась, что не ученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла. А это незабвенно. Значит, мне, пока люди за свою правду надрываются, конфеты с тобой жрать, да? Когда каждая конфета в крови перепачкан. Так, что ли, да? Зачем же так грубо? Грубо, да? А тебе все по-нежненькому, тебе все с подливочкой. Ты вот эту большевистскую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал ты когда-нибудь? Ты знал, в чем ей суть? Как потом соленым да слезами людскими пропитана ты... Не знаю, странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить и убивать с вшивыми ордами. Знаешь что, у них, может быть, тело завшивило, а у тебя... У тебя душа насквозь вшивая. Ой, стыдоба меня берет, что я с таким связалась. Ты ж слизняк, ты мокрица паршивая. Ой, Машенька, уедем на постельке валяться, тихонечко жить. Другие горбом пусть землю под новь распахивают. Ох, и сукин же ты сын. Не смей ругаться, не забывайся ты, хамка. Малютка шагнула и, поднятой рукой, наотмашь ударила поручика по худой небритой щеке. Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки. Счастье твое, что ты женщина. Ненавижу. Дрянь. Ишь ты. Ты чего же? Нравный барин. 3 дня после ссоры не разговаривали поручик и малютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском. От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было. По целым дням валялись на берегу в песке и неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса. Нет больше моего терпения. Ой, ежели через 3 дня рыбалок не будет, ей прапулю себе пущу. Меня слизняком и мокрицей называла. А сама сдаешь. Терпи, атаманом будешь. Тебе ж одна дорога в атаманы разбойничьи. А ты че старый вспоминаешь, а? Да не. Ну и заноза. Было и сплыло, ругало, потому что стоило ругать. Угу. Да, распалило сердце, что тряпка ты мокрая. Цыпленок. А мне и обидно. Ой, навязался же ты на мою голову. Смутил все нутро, вытянул, черт синеглазенький. А че ты ржешь-то? Хороша ты, девушка, Марья Филатна. Правда? О, кого угодно развеселишь. Да? Мертвец с тобой плясать пойдет. А то. По-твоему, лучше вихляться, как бревно в полынье, ни к тому бережку, ни к другому, да? Чтоб самому мутно было и другим тошно. Ах ты, пятница-то моя любезная. Пятница. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Нет, не хочу больше вихляться, как бревно в полынье. По твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно. Поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтобы кругом клыки чуяли. Что? Неужели в самом деле поумнел? Поумнел, голубушка, поумнел. Ох ты. Спасибо, научила. Если мы за книги теперь сядем, ну, а вам землю оставим в полное владение,
Вы на ней такого натворите, что 5 поколений кровавыми слезами будут выть. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уж до конца. Тут уж до конца пока... Смотри. Что? Парус. Ой. Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела. Далеко-далеко на индиговой черточке горизонта вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка, треплемый ветром парус. Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному. Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя. Машенька, дурище ты, моя дорогая царица Амазонская, спасены! Все, небось, сам теперь захотел с острова-то в жизнь людскую, а? Ой, захотел, я тебе говорил, что захотел. Очень даже захотел, очень. Стой, надо им подать знак. Жарь 3 выстрела, прям подряд. Ну-ка, жарь. Ага. Не иначе должно быть объездчика промыслового бота. Ой, только кто ж на нем мотается в такую пору? Не пойму. Ура! Наши! Наши! Скорей, господа! Скорей! Марютка воткнула зрачки в бот и увидела. На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски. Метнулась сполошенной насеткой, задергалась. Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок. Лед, синь вода, лицо Евсюкова, слова. На белых нарветесь ненароком, живым не давай. Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку. Поручик махал руками, стоя по щиколотке в воде. Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять, почему. Прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него. Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой. Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа. Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку. Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую голову и вдруг упала на труп и завыла низким гнетущим воем.
врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди.